По данным оперативной обстановки, с начала 2017 года на территории округа зафиксировано 284 очага возгорания, 10 лесных пожаров на общей площади 274 гектара. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 25 граждан и 6 должностных лиц. Случаев перехода природных пожаров на объекты населенных пунктов не допущено. В целях защиты населения от пожаров в округе проходит формирование патрульно-маневренных групп, назначение старост из числа председателей садоводческих товариществ. Это необходимо для обхода дворов и территорий, ежедневного уточнения оперативной обстановки, сбора информации о возможных очагах возгорания и постоянной связи с единой дежурно-диспетчерской службой. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям об ограничении выездов на природу в целях стабилизации пожарной безопасности в округе. Введен запрет на разведение огня и сжигание мусора. Чтобы свести к нулю вероятность возможных лесных пожаров, производится регулярная уборка местности в жилых пунктах от бытовых отходов и легко воспламеняющихся предметов.